Выборы всегда горячая пора не только для избиркомов и кандидатов. На плечи полиции ложится обеспечение безопасности голосования. До 4 марта стражи порядка обследуют все избирательные участки Брянской области и возьмут их под усиленную охрану. У нас есть кинолог со служебной собакой по поиску взрывчатых веществ. Основной упор делаем на применение служебной собаки. Где служебная собака не может быть применена, там уже используем специальные технические средства. Эта овчарка по кличке Интра – настоящий ветеран службы. За ее плечами, а вернее говоря, холкой – Чечня, Шатой, выполнение настоящих боевых задач. Сегодня у нее одна задача – найти взрывчатые вещества. Непосредственно перед днем выборов проводится проверка всех избирательных участков с участием экспертов-взрывотехников и сотрудников кинологической службы. После этого помещение комиссии пломбируется вплоть до дня голосования. Организована круглосуточная охрана всех представительств политических партий и предвыборных штабов кандидатов в президенты. Управление МВД готово обеспечить соблюдение избирательных прав граждан и их безопасность в единый день голосования. Если вы стали очевидцем нарушения избирательного законодательства или были нарушены ваши избирательные права, обращайтесь в органы внутренних дел по телефону 02, горячей линии для избирателей 74 20 23, телефону доверия 72 22 33, либо к любому сотруднику полиции. Александр Новиков, Сергей Сорокин. События, Брянск.